О социальной газификации из первых уст узнал глава округа Михаил Токарев, заехав на чай в семью Вячеслава Животченко в Богородское. Долго уже ждали, как только построили дом, был план газ. Попытки газифицировать родительский и свой дом выливались в копеечку – около 800 тысяч рублей. Спасением стала программа социальной газификации. Все работы вместо одного дома за 800, грубо говоря, в 170 тысяч за два дома. Ну, а второй дом, который построили, вы тоже его зарегистрировали, да? Это было важное условие социальной газификации. Да. И вот они работы делали Мособлгаз. То есть и копали, и трубу. Аккуратно все сделали? Я не могу ничего сказать, ребята. То есть никаких приехали, естественно, я тоже был заинтересован, чтобы на участке все красиво было. Да, я им подготовил, снял секцию забора, они загнали технику на резиновую дорогу. Один день. На данный момент в 40 населенных пунктах проложены газораспределительные сети протяженностью 12 километров. 466 домовладений уже подключены к сети. Это 1400 человек. До конца следующего года, это, я напомню, 96 населенных пунктов, это более 4000 домовладений и порядка 11 тысяч наших жителей, кого коснется вся вот эта программа социальной газификации. Напомним, в рамках социальной газификации газ до вашего участка подведут бесплатно. Заплатить придется только за работы на территории домовладения и внутри дома. Участвуют в программе только зарегистрированные должным образом строения. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, программа «События».